Дорогие друзья, сегодня у нас с вами торжественный день. Мы чествуем трудолюбивых, талантливых и целеустремленных людей. Людей, чей триумф сегодня разделит вся страна. Прежде чем вручить вам заслуженные награды, хотел бы отметить, что труд каждого из вас очень важен для нашего государства. Ваша честность, преданность делу восхищают, а высокие результаты вызывают чувство искренней гордости за наш народ. Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни. Приветствуя вас, я хотел бы обратиться ко всем белорусам и выразить признательность прежде всего представителям производственной сферы. Благодаря вам продукция под маркой «Зроблена в Беларуси» высоко ценится в разных уголках нашей планеты. Доверие людей к качеству наших товаров дорогого стоит, но требует постоянной самоотдачи и упорства в работе. Сегодня мы благодарим за труд белорусских ученых. Занимаясь научно-исследовательской деятельностью, они создают технологическую основу развития Беларуси. Высоких наград и званий удостоены деятели культуры и искусства. Творческие проекты многих отечественных музыкантов, вокалистов, художников, кинематографистов являются золотым фондом, национальным достоянием Беларуси. Приветствую также атлетов, которые пополнили ряды заслуженных мастеров спорта. Прославляя страну своими победами, вы объединяете всех нас в самом искреннем чувстве – чувство национальной гордости. Сегодня мы также отмечаем труд педагогов. На ваших плечах ответственность за самое ценное будущее нашей страны и укрепление самосознания белорусов. В год 75-летия Великой Победы необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения исторической памяти и традиционных нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения на примерах героического подвига нашего народа. Особые слова благодарности адресую военным, сотрудникам правоохранительных органов и судебной системы. Любые цели достижимы, когда в обществе царят мир, стабильность и порядок. Дорогие друзья, воплощая в жизнь свои самые амбициозные планы, вы вдохновляете соотечественников на новое свершение. Быть лидером своей сферы – великая ответственность и огромный ежедневный труд. Государственное признание – это высочайшее доверие. И я убежден, что вы еще не раз оправдаете его новыми достижениями во благо своего Отечества. Позвольте мне от всего сердца поздравить всех вас с заслуженными наградами и, выполняя свою конституционную обязанность, вручить вам эти государственные награды.